Хорошо, сейчас приду. И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть Red Dead Redemption 2, продолжаем проходить, и надо отправляться дальше по сюжету. Здесь у нас еще какие-то ограбления, смотри, есть. С Ленни. О, кстати, можно сходить, да? Пошли сходим, а потом к даче подойдем. Давай, Ленни, ограбить дилижанс, давай. Что ты делаешь? Ничего? Не верю. Просто небольшое ограбление, ничего серьезного. Хорошо. Что, грабишь? Дилижанс. Тут проедет дилижанс. Если верить типу, которого я встретил, дилижанс и куча денег. Охраны не будет на всем пути. Отсюда и до дома Джексона. Ясно. Действительно интересно. Ты и еще кто? Не знаю. Я собирался сам все сделать. Он будет без охраны. Улов не очень большой, но все нужно пройти гладко. Дилижансов без охраны не бывает. Ну что? Кого ты хочешь взять с собой? Тебя, наверное. Сейчас? Артур, мне задницу вытирать не надо. Ну уже, парень. Но если мы решим грабить, когда все разведаем, то я забираю половину. Ладно, идем. Кажется, нам в ту сторону. Ну, пошли. Артур, только деловой, да? Кажется, только вчера с тобой прорвались сюда с боем, чтобы ограбить этих дураков. Да уж. Честно говоря, я бы с радостью отсюда уехал. Мне не нравится это место. У нас хотя бы есть крыша над головой. У вас есть крыша. Я-то снаружи, вместе с младшими. Тебе даже 20 нет. Твое время еще придет. На улице с младшими. За мной. Я нашел хорошее место для засады. Так кто тебе про это рассказал? Просто слух, я же говорю. И что он получил за эту информацию? Хочешь выяснить, деньги или пулю? Артур, на этот раз тебе придется просто мне поверить. Ладно, я верю, верю. Ты здорово себя проявлял последние полгода. Не забывай, я был в бегах после того, как совершил убийство, когда встретил вас. 3 года. Так что нельзя сказать, что я новичок. Ты о тех, кто убил твоего отца? Да. И я ни о чем не жалею. Конечно. Метка это бесит. Беру. Дилижансы прям, блин, рядом ездят с лагерем. Остается только выйти и взять добычу, да? Так, давай, может, кипиш начнется, поэтому мы сразу как-нибудь. Надо бы оружейного масла еще прикупить. Тут что-то закончилось. В кои-то веки. Ты куда, Лени? Поговорим о чем-нибудь. Тут скучно так скакать-то. Прям вообще скучно. Ладно, мы на месте. Давай лошадей оставим здесь, у дороги. Давай, как скажешь. Ты сегодня босс. Масочку я, пожалуй, надену. Я подумал, будет лучше прятаться за камнями. Да, хорошая идея. Дилижанс из дома Джексона проедет вдоль реки в любую минуту. Ты-то масочку не хочешь надеть? А, Леня? Вот.
И вокруг никого. Это будет легкая прогулка. Ты уверен? Видишь кого-нибудь? Как только подойдут, мы выпрыгнем и бросимся на них. Жди моего сигнала, понял? Я сказал, жди моего сигнала. Это ограбление. Бросай оружие, руки вверх. Я сказал, бросай оружие. Ладно, ладно, только успокойся. А, остальные? Внутри есть кто-нибудь? Отвечай. Даю последний шанс. Выходите, иначе мы пойдем к вам. Оу, черт. $42 опять я встрял. Лень, убей ты его, а? Ты жив? Да. А ты? Судя по всему, да. Все должно было пойти не так. Ты завел нас в ловушку. Слушай, я уверен, что это были точные сведения. Подожди. Смотри. Видишь, тут есть деньги. Но их не очень много. Да, тут их мало. Потому что это была ловушка. Дирижансовые компании это постоянно так делают. Готовят ловушки. Для дураков. Вот черт. Такие как ты и я. Я чувствую себя дураком. И это хорошо, потому что ты есть дурак. Но ты еще жив. Так что особо не волнуйся. Ну двинем отсюда, пока другие не нагрянули. Ладно, увидимся в лагере. Да твою мать, опять. Опять какая-то дичь. Честь просто улетает. Чувак. Езжай отсюда, а. Блин, ну как так? Я же в маске был. Какого хрена происходит? Почему сразу раз и Артур Морган в розыске? Хоть что-то забрать. Меня бесит то, что деньги уменьшаются. То есть они не прибывают. Понятно, что мы там банк грабанули, все такое, но... Резерв какой-то есть денег, но, блин... Я не люблю, когда уменьшается запас, а не увеличивается. Если бы хотя бы по чуть-чуть прирастало, оно бы было бы классно, но... Тут как-то вот так... Может его продать можно? Ну-ка. Да залази ты, ну. Давай залази. Нет? Он даже залазить не хочет, прикинь. Yep. Она уж... Надо было не ходить с Лени на это ограбление. Но. Что сделано, то сделано. Лени тупица, тут можно было просто напрямки проехать, а он вел меня какими-то козьими тропами. Кабанцы бегают. О, так это смотри, это... Киран Даффи. Это здесь Кирана похоронили. Фига, я прям приехал. Приехал прям к могиле Кирана. Я еще ехал такой, что-то не понял, думаю, не видел здесь могилы раньше. Это оказывается могилка Кирана. Жаль, беднягу. Но такого он явно не заслуживал. Это факт. Пошли
пошли узнаем, что Дач хочет. Да сейчас поднимусь. Леня тут отвлек. Нам же еще поезда всякие грабить надо для испытания это. Эбигейл, давай шевелись, ну. Итак, Артур, у тебя решающий голос. В чем? Мы проглатываем оскорбление и убегаем, словно крысы? Или же разбираемся с этим делом? А мне нужно ему мстить. Дело не вместе, Хозе. Мне плевать на Анджело Бранте. Но дело в том, что мы планируем ограбить банк в его городе. Банк, который, вне сомнения, под его защитой. В городе, полном его людей, жаждущих нашей крови. Прежде чем мы это сделаем, надо вывести его из игры. Я не согласен, всегда есть более простой путь. Более простого пути нет. Я знаю, что я за человек. Мстительный, дорвавшийся до власти тип, который правит за счет страха. Если мы провернем такое дело у него под носом, нам конец. Вы же хотите уехать отсюда? Уехать из этой страны? Нам нужны эти деньги. Мне это просто не нравится, Дач. Последний раз. И это последнее дело нашей жизни. Еще до конца этого года мы будем собирать урожай манго на Таити. Станем фермерами. Но для этого нужен начальный капитал. И мы должны уехать. Ты это знаешь. И я это знаю. Ты уж извини, но я пока не могу думать о сборе манго. Поверь мне, Артур, если это будет ради дела, то дело есть дело. Анджело Бранте стоит на пути к нашему будущему. Ты погубишь нас всех. Пойдем, Артур. Очень надеюсь, что ты прав. Я прав. Где-то это я уже слышал. Но обычно я был прав. Тебе виднее. Артур, гони сомнения прочь. Они не дадут тебе ничего. Ну же, нам нужно поговорить с человеком насчет лодки. Лодки? Мы направляемся в поселение Лаграс. Там я встретил лодочника по имени Томас. Он знает эти воды как свои пять пальцев. Зачем нам лодка? Так мы сможем напасть на дом Бранте со стороны болот. Застанем его врасплох. Он знает, что мы выбрались с трамвайной станции. Так что рассчитывай, что мы будем мстить. А, точно. Да, логично. Видишь, Артур, я еще могу мыслить рационально. Давай за мной. Спасибо. За что? За то, что встал на мою сторону. Дело не в том, кто на чьей стороне. Похоже, Хозе стал бесхребетным. Но это нападение на Бранте. Оно нужно для ограбления банка? Или это месть за трамвайную станцию? Какая разница? Нам нужно грабить этот банк. А полиция, как и все остальное в Сен-Дени, фактически в кармане у Бранте. Кроме того, он нас подставил. И не будем забывать о том, что он похитил Джека. Я понимаю. Но у нас и так слишком много врагов. И лишние проблемы нам не нужны. Кажется, вы все забыли о том, как мы добываем деньги. И сколько их нужно, чтобы покормить 20 человек. Не говоря уже о том, чтобы обеспечить им новую жизнь за океаном. При всем уважении, Дач. Но сумеем ли мы провернуть этот план, стоите? Это ты мне скажи, Артур. Сумеем? Перестань сомневаться, черт побери. Я из кожи вон лезу, чтобы обеспечить наше будущее. Я знаю, но... Но... Когда ты стал таким ограниченным? Если ты хочешь, чтобы мы разделились, чтобы каждый пошел своим путем, просто скажи. Конечно нет. Это же не тюрьма. Я никого не удерживаю. Так что либо мы вместе, и вместе пытаемся вырваться,
либо нет. Варианта, в котором мы ничего не делаем и получаем все, просто не существует. Ну, вот мы и прибыли. Позволь мне вести беседу. Томас, рад вас видеть, друг мой. Здравствуйте, мистер Дач. Томас, ты знаком с Артуром? Артур, Томас отлично управляет лодкой. Он поможет нам подобраться поближе к жертве. Как-то мы ловили ночью сомов, и это было целое приключение. Итак, друг мой, могу я попросить вас об ответной услуге? И что тебе нужно? Вы знаете Анжело Бранте? Ну вот. Нам нужно нанести ему визит вежливости. Мы надеялись, что как-нибудь вечером вы могли бы тихо подвести нас и высадить за его домом. Если кто и может это сделать, так это я. Мы заплатим вам за беспокойство. Мой деловой партнер, Жюль, на шлюпке. Мне нужно его проверить. Еще мне надо проверить ловушки. Присоединитесь? Разумеется. Артур? Почему бы и нет? Это не займет много времени, если мы его найдем. Будьте начеку. Тут необычно много аллигаторов. Причем больших. Отлично. Ну же, Артур, тебя же не пугают две истерические рептилии, да? Ну, Дач, я просто хочу, чтобы ты встретил достойного противника. Такого же, как и ты, древнего хищника с большой пастью. Да, Томас, Артур у нас комедиант. Больше шут, чем стрелок. Как скажете, мистер Дач. Сюда, сюда. Идемте. Следуйте за мной. И не сходите с пути в воду. Это, по-твоему, что, не вода? Очень похоже на воду. Мистер Артур, в наших краях особо выбирать не приходится. Там впереди пара ловушек на раков. Мистер Дач, проследите, чтобы не плавали всякие. Мистер Артур, мы с вами будем проверять ловушки. Сейчас проверим. Ловушки на раков, блин. Здесь пусто. Так, там стоят еще несколько штук. Идемте. Даже не хочу знать, что только что коснулось моей ноги. Мистер Дач, вы уверены, что справитесь с Анжело Бранте? О, с подобными рептилиями я обращаться умею. Далеко не отходите и делайте все в точности, как я. О, непременно, Томас. Мистер Артур, вы тоже. Да я вообще позади вас иду. Неудивительно, что вечерние прогулки по болотам не стали популярными, не так ли? Мне нравится. Здесь тихо, никто к тебе не пристает. Кроме ночной банды. Да и то не часто. Ночной банды? Ага, странные ребята. Живут здесь. Еще более кровожадные, чем дикие звери. Что ж, это выглядит все лучше и лучше. Нам не стоит задерживаться. Пойдемте. Твои же ловушки проверял-то, ну. Блин, на аллигаторов надо было винтовку хоть какую-нибудь взять. Я вообще с пустыми руками. Если что, фонарь ему в лицо только кинуть. Эй, стойте, аллигатор. Теперь не шевелитесь. Ладно, идемте. У меня есть еще одна ловушка вон того островка впереди. Не знаю, почему Жюль так долго возится с этой лодкой. Думаю, мы одинаково сильно хотим его найти. По вонючим болотам ночью я еще бы не лазил, а? Отчаянные люди. Живущие в отчаянные времена.
Мистер Артур, помогите. Ловушка застряла в грязи. Так бывает. Дальше ты там как-то это, винтовку достань хоть какую-нибудь. Кто-то очень не хотел, чтобы его поймали. О боже. Значит, это правда. Что? Ходили слухи про огромного старого самца-аллигатора. Люди много болтают. Наверное, это был... Нет, такой мог сделать кто-то очень большой. Потрясающе. Ну, дальше, надеюсь, что теперь эта тварь укусит первой. Может, пойдем дальше? Я не хочу задерживаться здесь дольше, чем нужно. Ладно, это подождет. Пошли. Погодите. Целыми отрядами плавают. My God, there's no shortage of them. Good eating. Us or them? Exactly. Хорошая еда. Мы или не? Именно. Пойдемте. Хуй с фонариком. Мы уже должны были встретить Жюля. Думаю, нам лучше разделиться и поискать с обеих сторон. Ладно. Артур, раз ты уж чувствуешь себя здесь как дома, бери на себя правую сторону. А мы пойдем налево. Что? Просто держите ухо востро. Артур, раз ты чувствуешь себя здесь как дома, конечно. Чего бы нет-то? Кошмар. Вы психи. А нельзя было лодку с днем приготовить и ночью просто плавать, раз уж такая нужда? Или вот пригорело прямо? О, гнездо. С крокодилями яйцами наверняка. Жуль. Эй, там есть кто-нибудь? Вот же тут. Жуль! А как мне взять? Вон там что-то впереди беленькое. Что-то беленькое там чернеется, да? Привет! А вон на дереве, смотри, с фонарем сидит. Жуль! Он там живой, нет? Привет! На дереве! Наверное, это он. Он наверняка от кого-то туда забрался, да? Я такой под деревом гуляю. А, ты... Сюда! Эй, ты на дереве! Ты что делаешь? Это чудовище! Чудовище! Ты там в порядке? Тут чудовище! Где? Оно огромное, едва меня не съело. Куда оно делось? Оно тут. Что? Большой аллигатор. Никогда такого не видел. Большой злой. Вытолкнул меня из лодки и загнал сюда. Ты, наверное, Жюль. Да. Где лодка? Вон там. Я бежал. Так, и куда уплыл этот монстр? Кажется, туда. Удачи! Для этой твари понадобится артиллерия.
Ну тут что-то плескается. Мистер, пожалуйста, достаньте лодку. А ты не хочешь помочь, друган? Кажется, лодка застряла. Я нашел лодку. Сюда. Она застряла. А, нет. Я ее вытащил. Идем. Отлично. Ладно, возвращаемся к причалу. Да, и побыстрее. Потемках, блин, ни хера не видно. Стращают большим аллигатором. Кошмар. Слава богу. Томас, кто такие эти ребята? Два моих новых друга. Потом объясню. Жюль, мы очень рады наконец-то познакомиться с тобой. Я думал, что я тут всю ночь просижу. Зачем ты вообще полез на дерево? Этот аллигатор был просто огромен, Томас. Вдвое больше всех, что я видел. И вдвое злее. О, ну что еще? Мы, видимо, натолкнулись на пень. Да, я думал, мы пройдем. Выпрыгни и вытяни нас. Я? Да, просто сделай это и все. Дело на минуту. Это плохая мысль. Давай. Если к тебе будет подбираться гигантское чудовище, мы его сразу заметим. Плюс у нас тут нет кислинки с заряженными пушками. Все будет в порядке. Ты не видел эту тварь? Да, но и ты не видел. Жюль, это же просто байки. Давай, тяни. Давай, прощай, Жюль. Тяни, парень. Жюль? Черт, он не шутил. Нет, я иду. Нет, нам нельзя терять лодку. Пойдет Артур. Я! Скорее! Давай, Артур. Вон он. Удачи, Артур. Ты будешь стоять и смотреть? Он вцепился в мою ногу. Пинаем в глаз. Могу добить, чтобы не мучился. Помощь. Он его топит. Прошу, побыстрее. Черт, куда он делся? Не знаю, куда он делся. Найдите Жюля. Он должен быть поблизости. Артур, ну же. Давай, Артур, найди его. На помощь! На помощь! Я иду. Я с тобой, сынок. Я с тобой. О, боже, нет. Скорее, Артур. Только не оглядывайся. Сделай пару предупредительных выстрелов. Не останавливайся. Боже мой, нет. Скорее, пожалуйста. Нога, ой. Вперед, вперед. Давай быстрее, ну. Да я иду как могу. Давай сюда, ма. Скорее. Тащи его сюда. Господи, только смотрите. Пристрели эту тварь. Все еще приближается. Кажется, он уходит. Черт, вот это аллигатор. Кажется, твой мальчик сейчас не очень хорошо. Вот, возьмите это. Остановите кровотечение. Все будет хорошо, сынок. Все будет хорошо. Просто скажи спасибо дяде Датчу. Я все слышу.
the blood. You need to put pressure on it. I've stopped the bleed. Я остановил кровотечение. I think it'll be okay. Кажется, с ним все будет хорошо, если не начнется жар. Жар можно сбить. Жар ерунда. Смотри, кто к нам вернулся. Кажется, ему уже хватит. На какое-то время. Господи, ну теперь-то мы можем возвращаться. You're gonna be okay, kid. Sorry, Jules. Guess all them stories was true. Похоже, все эти слухи оказались правдой. Большой и бешеный. Это необычно. Обычно маленькие злые, а большие ленивые. Похоже, так и не перерос свою злость. Артур, он мне тебя напоминает. Я вообще никогда не слышал, как ты визжишь. Я-то не визжал. Да, но тебя же в воде не было. А этот бедняга едва не попал к нему на ужин. Но кто-нибудь поможет? Жюль укусили. Ты чудовище. О, Господи. Его укусили, но он жив. Просто держите его в тепле. И давайте ему много чеснока от инфекции. Спасибо. Вам моим. Если понадобится, то я к вашим услугам. Спасибо, Томас. Где мы сможем вас найти? Встретимся здесь. Очень хорошо. Кто-нибудь из вас поможет мне вытолкнуть лодку? Конечно. Я вернусь в лагерь и успокою раздражительную мисс Оши, от которой в последнее время все больше неприятностей. Я соберу парней. Артур, встретимся здесь. Мистер Артур, старик Бронте плохой человек. Я знаю. Он убил хороших людей. Причинил боль многим. Да, его точно нельзя назвать приятным. До скорой встречи. Берегите себя. Тут ведь водятся чудовища. Ну. Это да. Поиски в захолустье. На золото выполнили. Кошмар какой-то. Ну-ка. Легендарный аллигатор, да, наверное? Или нет? Вот что-то есть. Анри Лемье. Прагматизм для идеалистов. Посетите Анри Лемье. Никак мне теперь охотиться на этого аллигатора. Зацепки можешь поискать, какие-нибудь побегать. Получится, нет? Так, и было бы что-нибудь неплохо пожрать. Вообще ни черта не видать в этом болоте. То ночь, то туманы. Ух ты, блин. Не пугай меня. Две звездочки. Тут действительно много аллигаторов. Ну, три звездочки давай заберем. Ну, страшное дело. Но судя по тому, какая махина там была, да, и этого чувака только укусили за ногу. И у него нога целая. Просто там кровотечение. Серьезно? Такая туша должна была его просто укусить. И просто... полтуловище откусить, наверное. То есть там на один кутний зуб этому аллигатору. Смотри, сколько там. Может быть, появится все-таки какой-то значок, что... Ну, типа, вы вместе, где можно найти легендарное животное, там нет? Что-нибудь такое. А тут лодка есть. Ни черта не видно, но тут, ребят, никак по-другому.
я никаких следов здесь не наблюдаю. Ну, кстати, гнездо с яйцами. А каждое по 2,50. Давай заберем. Яички. 3 штучки. Пойдет. А здесь? Раченора. Сраченора. Наживка. Так, и здесь что-то водится, может быть. Давай посмотрим. Ну, здесь большая рыба водится. Кстати, ее можно же это разделать как-нибудь. Давай. Наживка какая? Особая речная, особая болотная. Давай попробуем. Хоть. Ну я же здесь ловил. Подожди, а как подкручивать, я забыл. А, на пробел. Ну-ка. Давай, давай. Да, что-то там уже движется за нашей наживкой. По виду как будто осетры, да? Ну, клевать будет что-нибудь? Вон же прям, смотри, догоняет. Ну давай. Серьезно? Наверное, на озерную приманку надо было. Ну вон там 2 осетра. Ну осетры так-то озерные, вроде не болотные, поэтому, наверное. В смысле, на речную надо было, наверное, приманку ловить. Вот. Тахаре, ну. Она пугала одного, но ускакала сразу. А это, наверное, не успеет добежать все равно. Или успеет. Нифига она не успевает. Но я все равно не понимаю, как большую рыбу разделать. О, 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 о. Давай. Опа. Есть. Давай, давай. Почти смог за один раз. Да не дергайся ты, но. Мышка тут. О. Как... Рад встрече. Че это у нас? Осетр. Ого. Ты кто такой? Кажется, осетр. Yes. 8,85 килограмма. Ставить. Заберем с собой. И как его, допустим, приготовить? Было же раньше кнопка приготовить. Бросить. Следовать, остаться, отпустить. Или надо на берег только выбраться, и там можно будет приготовить, да, скорее всего. Потому что здесь, наверное, лагерь разбить нельзя. Ну, сейчас попробуем где-нибудь здесь. Ой, крокодил там прям за мной. Лишь бы лошадь не съели.
со всех сторон рычат, везде плавают, вон прям из воды торчат. Да блин. Ну-ка. Бесишь. Оп. Там какие-то повозки впереди стоят. А как приготовить-то его? Я чуть не понял. Только бросить могу. А раньше была возможность приготовить. Странно. Странная фигня. Ну, просто взять. Может быть, на лошадь положить. Ну, раньше реально кнопка была приготовить. А сейчас... Сейчас нет такой кнопки. Мне кажется, потому что осетр на продукты, наверное, сдастся, да? А шкурка все-таки, она как бы, ну, типа в казну идет, поэтому плевать на это. Поехали. Еще лошадку было бы классно чем-нибудь покормить, например, какой-нибудь морковкой. Медведи носятся, блин, здесь везде, кругом. Не, ну черный. Черные это трусливые. Пойдет. На три звездочки. Радуга такая появляется, да, уже, смотри. О, опять это жуткое... Так, надо взять что-нибудь. Подожди, сейчас, сейчас все будет. Я тебя помню, тварь. Еще жуткая барышня, да? Ну давай, соскакивай. Да ты бесишь. А нет, почему? Почему? Эти же должны были плохиши набежать. Вон же с ножом, тварь. Какого? Почему минус честь-то, ну? Как? Как так? Она же плохая. Или, типа, пока не кинулась, да? Хорошая. Ну, я ей сдачи дал. Заранее, так сказать. Крокодилов просто капец. Смотри. Просто капец. Ну да ладно, мне кажется, на сегодня хватит всяких крокодилов, аллигаторов и тому подобное, но что-то не понял я, как...
Как охотиться на легендарного? Может, какие-то следы нам найти, либо еще что-то? Цветок ванили. Пригодится. Такие дела. Ладно, ребят, все, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео. С вами был Серега. Всем счастливо, всем пока-пока.